Девочки, настал опять у нас очередной отчет по палетке Soft X. Мне кажется, что никогда я еще не была настолько всегда, как сказать, регулярно выпуски обновлений, как вот в проекте закончить и выбросить палетку Soft X. Давайте я вам уже покажу мои результаты. Нет, так оставлю, так красивее. Понятно, о чем речь. Девочки, посмотрите, какие у меня классные результаты. Я ее только до половины использовала тогда в декабре, показала им результаты, и начала использовать где-то со второй недели января. Но я старалась работать над определенными оттенками, не то чтобы я планировала, просто так получилось. Короче, у меня... Сейчас вам, девочки, вот так покажу. Очень хорошо ушел белый оттенок такой. Скоро вам будет сложно показывать, какие оттенки я имею в виду. Но если вы знаете эту палетку, то вы, в принципе, знаете, о чем я говорю. Вот такой вот белый оттенок. Я старалась его накладывать на не прямо на уголок глаза, а на подвижно на ближе к уголку глаза, но не совсем в уголок глаза. Он там некрасиво смотрится, ну, на моем веке именно. Как-то слишком грубый он для того места, на подвижное веко старался носить. И вот розовый я сосредоточилась вот на вот этой части, брала тенюхи отсюда. И посмотрите, практически вот по углам осталось, тут вот ушло, да. Дорасходовала практически вот этот оттенок, но тут его еще, в принципе, можно будет брать на нижнее веко, прорисовывать. Вот здесь вот этот уменьшился, просто с ума сойти, как уменьшился. Вот тут неплохо уменьшился. Вот этот, ну, конечно, над ним нужно еще поработать, но, короче, он практически закончился. Вот эти два у меня все классно ушли практически. Вот тут я брала немножечко, над ним нужно поработать. Ну, я не знаю, у меня на более холодные или нейтральные оттенки больше настроения. Было в январе, мне кажется, в феврале тоже так будет. Если я буду брать, то вот такие вот. На теплый пока нет настроения. Вот этот вообще, девочки, не использовала ни разу. Брала несколько раз этот оттенок, но чаще прибегала к теплому оттенку, коричневому. Такой вот. Так. Его можно наслабить, он будет темным смотреться. Темный макияж мне не хотелось делать, поэтому, мне кажется, я черный брала, по-моему, один или два раза всего лишь. Так, очень часто брала зеленый, посмотрите, опять же таки, он практически ушел, девочки, немножечко осталось, и все. Можно сказать ему прощай. А коричневый, вот этот коричневый тоже, я его очень часто брала. Красивый оттенок такой, коричнево-бронзовый. Вот. Вот такой оттенок, и он очень классно смотрится на веки, поэтому да, его тоже часто брала. Пыталась брать вот этот оттенок, но, девочки, с ним макияж какой-то получается такой femme fatale, он слишком темный смотрится, и я брала палетки из косметички февраля, с которыми я пыталась сочетать, и было слишком мне темновато. Вот надеюсь на яркую палетку из косметички февраля. Я, по-моему, оговорилась. Ну, вы поняли, что я имела в виду. То есть в январе у меня было тускловато, мне он был слишком темноват, слишком какой-то трагический макияж получались. А мне хотелось чего-то веселенького. И поэтому, да, я его брала, но... то есть чуть-чуть вот здесь у меня уменьшилось, но недостаточно. Возможно, в феврале он пойдет лучше. Вот это брала несколько раз. Мне кажется, что здесь видно углубление... У него улучшилось. Сейчас я немножечко... Так. Вот как бы показать, что здесь есть углубление вот в этом малиновом, вы видите. Небольшое. Но до донышка еще ему далеко. Также, если выбирать из этих, то чаще брала этот. Это тоже брала. Здесь есть углубление такое вот в этом уголке. Но до дна мне еще очень далеко, и я надеюсь... И вообще, вот этот уголок был довольно пассивный. Я жду весны, девочки. Нет у меня настроения сейчас на какие-то ало-малиновые макияжи, скорее бронзовые, какие-то
серые, такие розовые, но не на красный. Вот эту тоже брала пару раз, но я считаю, здесь результат не особо видны. Вот, девочки, такое обновление. Тени, конечно, потихонечку уходят, но так как я сочетаю, конечно, ее с другими палетками, это не так быстро, как я думала. Но все-таки нет результата. Есть, если так посмотреть, то уже можно сказать, что вот эти 4 рефила пустые, вот эти 2, даже 3 скоро уже закончатся. Вот этот 4-й тоже, возможно, 5-й белый. Ну вот посмотрим, девочки. Конечно, мне в конце февраля очень интересно, чего я добьюсь за 4 недели. Хотя я не уверена, что я буду прямо каждый день их брать. Скорее всего, буду брать каждый второй день или каждый третий, вот как-то так. И макияж я хочу, конечно, сочетать. То есть брать какой-то один оттенок шиммерный отсюда, например, малиновый, и брать к нему желтый из палетки Токио, может быть. Или, может быть, с оранжевым вот этот... Не оранжевый, оранжевый здесь есть. Возможно, буду какой-то другой брать оттенок. И вот этот вот сочетать, я даже не знаю, с каким вот сочетать, чтобы не так грустно он выглядел. Вы видите, как он выглядит такой? Какой-то оттенок довольно... пессимистичный, назовем его так. Ой, девочки, в этом видео, видео выйдет само по себе, без, я не буду его скорее монтировать, с другими макияжами. У меня выйдет отдельное видео, там, по-моему, 4 макияжа, которые я делала в январе месяце, я их все объединю и в одно видео. То есть те, как влог, выйдут, влог 4 макияжа, но я еще не придумала, потому что я не монтировала, а это видео вот выйдет цельным. Монтировать его не хочу. Если, конечно, не забуду, то оставлю ссылки на другие видео с этой палеткой, если захотите посмотреть, какие были результаты, как она выглядела в прошлом месяце, то вот тогда вы сможете посмотреть результаты конца года. Вот, девочки, все. На этом я закончу, и увидимся мы в следующем видео с вами. Всем вам хорошего дня и пока-пока!